Ласточки мои. Так ласково обращается тренер Михаил Девятьяров к своим подопечным, участницам клуба «Активное долголетие». Тем тоже нравится заниматься со статным профессиональным спортсменом. Говорят, и нагрузит, когда надо, и про паузу, чтобы перевести дух, не забывает. Два шага, наклон, прогиб. Два шага, наклон, прогиб. Михаил Девятьяров – лыжник, сын олимпийского чемпиона и сам участник Олимпийских игр. Много занимается различной общественной работой, связанной со спортом. Кроме занятий с бабушками, например, инспектирует лыжные трассы с главой округа. Говорит, залог успеха для профессионала – самодисциплина. Как проснулся сразу, заправил кровать, пошел на зарядку. И ты знаешь, что распорядок дня – самое важное. То есть, если нет плана и нет идеи, значит, нет победы. Михаил настроен на победу. Как профессиональный спортсмен понимает, что все начинается с самой простой физкультуры. Я хочу двигать любительский спорт и хочу сделать профессиональный спорт более доступным для каждого жителя Одинцовского городского округа. Пару месяцев назад Михаил создал семью с Екатериной, тоже профессиональной спортсменкой. Молодые буквально не могут оторваться друг от друга, везде вместе. Ну, в первую очередь, я считаю, для мужчины главным это поддержка его любимой женщины, поэтому, в принципе, я поддержала супруга и стараюсь поддерживать его во всех начинаниях, продолжениях. Мы вместе обсуждаем какие-то вопросы, где могу, стараюсь помогать. Поддержка семьи, профессиональный опыт и умение добиваться цели. Михаил Девятьяров уверен, что сможет поднять спорт в Одинцовском округе на новый уровень. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».